HD Fashion на украинской неделе моды. Я рок-музикант. Тому я, коли йшла, перше, що я запеленгувала, це були барабани. І я підійшла, виявляється, тут у вас дуже цікавий екшен, дуже гарна придумка. Взагалі жива музика, вона прикрашає будь-яке свято. В мире именно огонь, в мире именно движение, вот эта брутальность. Эти там кожаные куртки, эти цепи, это что-то на подвесах, это мотоциклы, это свобода, это цепи, которые разорвутся в конце концов, это огонь, это человеческая душа, это порыв, это стремление очиститься, ведь именно огнем очищаются, да, вот исторически. Я думаю, что вот на основе этого мы поставили вот такой корнер, ну и мотоциклы, которые у нас здесь были, это тоже дух свободы, ведь тот человек, который на мотоцикле, считает самый свободный человек в мире. То есть будем считать, что это остров свободы, не Куба, но остров свободы в таком философском понимании здесь на Ukrainian Fashion Week, именно с точки зрения канала HD Fashion. Это свобода. Ну, мы пришли на показы и увидели новых, вот, новую команду, как для нас, ребят. Ну, прибавило нам больше настроения на сегодня. Больше веры в наше украинское музыкальное будущее нашей страны. Как только первый раз я увидела ваш корнер, у меня на уме прозвучало слово «рок». Вот, это раз. А во-вторых, здесь чувствуется страсть. Привіт, мене звати Марія Бурмака. Дивіться HD Fashion. Во-первых, Anet Geos — это такой, знаете, удачный пример того, когда марка High Street Fashion, то, что называется, как бы, да, пока представлена на неделе моды. То есть вот то, что мы с вами сегодня посмотрели, как бы, все это потом, как бы, можно будет носить. В ней есть очень хорошие вещи, которые делают, на мой взгляд, моду будущего сезона, которые держат хорошо форму, при том они очень носибельные и практичные. Это и дубленки, это и как бы там и тренчи, и кожаные такие вот, я не знаю, как бы, наверное, свитшоты, скорее всего, это можно назвать. Вот, свитшоты из, мне очень понравились, из меха искусственного. Вот, на самом деле, ну, как бы, вот такие вот масса таких вещей, которые, с одной стороны,